вдвоем. Наш папочка там по делам бегает. Надеюсь, к нам присоединится. Замечательная погода. Замечательное море. Наконец-то полноценный отдых. Хотелось бы дождаться сегодня заката. Закаты в Батуми волшебные. Да, пирожок? Да. Вот такое волшебное море. Смотри, маленькие пони. А вон там совсем крошечки, баба. Да? Зебра. Так прикольно. Обычные дома здесь такие, и тут зебра. Да, Милечка, нравится тебе? Юк. Не забуду тут жить. Это вообще. Какие интересные, с большими хвостами, да? А тут никого нету? Или это ленивцы? Не написано? Сидят, отдыхают на дереве, да? Пойдем посмотрим еще какие. Смотри. Мое любимое здание в Батуми было построено для Саакашвили. Очень красиво, и там такие часики. И вообще обожаю вот эту площадь. Какая она красивая. Какие здесь часики красивые. А вот здесь прикольное заведение Бикей. Мы еще тут не были, но раньше ходили туда. Там было интересно. Вот здесь нарисованы эти часы астрономические.
Но времени нет разбираться. Большая проблема в магазинах в Грузии, это то, что на ценниках все написано на грузинском. Конечно, на туристов они не особо рассчитывают. Вид с моего любимого ресторана. Когда-то он им был, называется Санапиром. Прямо в порту. Прямо в порту Сатурна. Понимаете, это мы покушали. Ну, честно говоря, ресторан меня сегодня разочаровал. И обслуживание не понравилось, и сама еда так себе, и вино мне тоже как-то не зашло. Поэтому даже не знаю. Вид красивый, море рядом, но сама еда не очень как-то. Да и погодка сегодня тоже расстраивает. Хотя море штилевое. Пойдем дальше.
сколько хочешь, и потом идешь взвешивать. Как называется? Тут две речки соединяются, да? Две разные. Ехали в Макунсете на водопад. Здесь, конечно, развлечений для туристов, как и выкачка с них денег. Сейчас пойдем к самому водопаду. Наверх. Тот самый водопад. Что творится внизу? Вот такой вот. Люди у подножья этого водопада. К сожалению, очень бедно. Но у них хотя бы есть работа, зарабатывают на туристах. Вот какой здесь интересный петух в штанах. Коровки тут. Да, вот детский садик. Кукареку. Милечка в первый раз, по-моему, увидела курочек. Горы. Мост царицы Тамары, который был сделан без единого железа. Местная достопримечательность. Но пройтись по нему, конечно, было немножко страшновато, так как он без бортика. Даже и 7 дней не были на море.
дорогу нужно взять еще парочку ног. Ты куда? Море манящее, безмолвное, теплое, прозрачное, чистое. Совсем не хочется.